Для получения богатого урожая необходима хорошая крепкая рассада. Поэтому каждый дачник с помощью различных питательных подкормок стремится простимулировать всхожесть семян, рост и развитие корневой системы. Сейчас в магазинах представлено довольно-таки много средств, обеспечивающих всхожесть семян и здоровье растений. Но многие предпочитают применять домашние средства. И одним из таких средств, о котором я расскажу в видео, является медовая вода. Итак, как известно, мед содержит большое количество микроэлементов, витаминов, а также кислот. Разумеется, все эти вещества содержатся и в водно-медовом растворе. Медовая подкормка обеспечивает быструю всхожесть семян, но на этом ее полезные свойства не заканчиваются. Использование раствора способствует развитию крепкой корневой системы и, соответственно, формированию здорового сильного растения. Помимо этого, домашние медовые удобрения способствуют быстрому укоренению черенков. При проращивании семян медовая вода раздражает оболочку семян, стимулирует набухание и быстрое формирование ростка. В начальном периоде вегетации подкормка питает ростки и дает им силу противостоять заболеваниям и изменениям климатических условий. Раствор этот универсален и подходит как для овощных культур, так и для декоративных, плодово-ягодных и бахчевых. Подкормка в виде медовой воды готовится очень просто. На одну чайную ложку натурального меда нужен 1 литр теплой отстоявшейся воды. Это для черенков и рассады. Для семян же готовится более концентрированный состав. Чайную ложку меда растворяют в стакане воды. Готовый раствор используется также просто. Черенки в него погружают на 12 часов, а семена замачивают перед посадкой. Время выдержки семян в растворе 6 часов. Рассаду же поливают приготовленным свежим составом раз в неделю. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы медовой подкормкой и каким был результат, или же вы предпочитаете покупные составы.